Приветствую, дорогие друзья! Небо над Бейрутом приобрело очень странный цвет, что может говорить о том, что жителей города поджидает новая опасность, возникшая в результате невероятно сильного взрыва, нанесшего непоправимый ущерб городу. 4 августа в Бейруте, который является столицей Ливана, произошел в одном из портов невероятно мощный взрыв, в результате чего погибло больше сотни людей и огромное количество получило серьезные ранения. Кроме того, взрыв разрушил множество домов. Без жилья осталось более 250 000 человек. Специалисты рассказали о том, что этот взрыв был самым мощным за все время существования Бейрута. Его мощность составила примерно от 1000 до 1500 тонн в тротиловом эквиваленте. Как было отмечено, данный показатель составляет примерно 1/10 мощности той атомной бомбы, которая была сброшена американцами на Хиросиму. Стоит отметить, что взрыв был настолько сильным, что толчки после него были ощутимы даже на Кипре, который расположен от Ливана за 160 километров. При этом жителям Ливана нужно готовиться к новой опасности. 6 августа очень рано утром небо над Бейрутом стало странного ярко-оранжевого цвета. Как сказал Николас Ноэ, жители Бейрута могут быть подвержены воздействию опасных химических веществ. Как отметили специалисты, после проведения исследования места взрыва в порту взорвалось примерно 2750 тонн селитры. В результате этого в атмосфере могли оказаться опасные токсичные газы в огромном количестве. Больше всего в воздух попало аммиака и оксидов азота. Если в ближайшее время пойдет хотя бы небольшой дождь, то это станет причиной нанесения городу еще большего ущерба, ликвидировать который будет крайне проблематично. 20-й год.